Самаре работает антинаркотическая горячая линия, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». Если вы обладаете какой-либо информацией о фактах незаконного использования жилых и нежилых помещений для потребления наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите по телефону горячей линии, указанному на экране. Администрация железнодорожного района напоминает, что с 24 по 28 мая в регионе сохранится 4-й класс пожарной опасности. Главное управление МЧС России по региону рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности, не посещать леса, не разводить костер в лесу, не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 01 или 101 с мобильного телефона. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки информирует жителей о том, что в Самаре многодетным семьям предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение либо строительство жилья. Речь идет о семьях, в которых воспитываются 5 и более детей. Выплата предоставляется в рамках нацпроекта «Демография», который реализуется по решению президента Российской Федерации Владимира Путина. Ознакомиться со всей информацией о данной выплате можно на сайте администрации Самары. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране.